Здрасте. Здравствуйте. Да, меня зовут Петрушин Максим Александрович, я заведующий отделением реанимации. Ну что, у нас первые пациенты, которые мы отлучили от аппарата ИВЛ, и я хотел бы, чтобы пару слов сказали. Здравствуйте. Я сюда попала в очень тяжелом состоянии. Благодаря труду, всему коллективу, под заведующим, под руководством заведующей реанимации. Очень благодарна за свою спасенную жизнь. Я чувствую столько добра, тепла, я вижу труд. И потом, когда ты начинаешь приходить в себя какое-то время, вот, ты начинаешь понимать, что ты находишься, ну, ты изолирован, да, у тебя паника какая-то существует, ты не знаешь, как себя вести, что ты вообще делаешь, потому что были моменты, когда сознание приходило, потом ты его терял, это сознание. И потом, когда ты приходишь в себя уже постепенно и понимаешь, что за тебя борется, ты тоже начинаешь за себя бороться, бороться с жизнью. Я даже не знаю, как передать эти слова, они того безграничны. Эти, ну, ваш, короче, спасибо за спасенную жизнь. Ну что, дай пять? Спасибо. Дай пять? Вот. Спасибо. Я вам очень благодарна.